Короче, парень купил худи от Суприма за $500 и говорит об этом маме, она охуевает. 500? Ты просто умственный отстой. Смотрите, блять, какой он пиздатый. Блять, он такой мягкий, вы бы знали, блять. Он еще и Кунг-фу панду учил, прикиньте. Блять, какой шикарный. Какой ты, блядь, смешной. А, блядь. Ну и шо ты мой пальчик грызешь? Не стыдно тебе? Шаншила. Это он не кушает. Спишь? Валь, спишь? Ребят, меня часто спрашивают, а чё это я, блядь, так много зарабатываю? Реально рабочая схема? Это я заработал за буквально 5 минут. Я просто сосу член, ссылка в описании, рабочая схема.